Всем привет, друзья! С вами опять Маша Смолот. И сегодня, вы не поверите, мы опять будем резать свинью. Но на этот раз она будет на лыжах. Лыжи, правда, буду вырезать отдельно, как и палки. Точнее, я не буду их вырезать практически, потому что лыжи у нас будут из медицинского шпателя, а палки будут из зубочисток, собственно. Вот. Я уже изменила свой пластилиновый прототипчик. Будет вот такая свинюшка. Она будет поскромнее, чем, конечно, предыдущая. Вот добавилась шапочка. Ну а в целом я оставила вот такую форму, она мне в принципе нравится. Единственное, что голова у нас теперь будет симметрично повернута, и вырезать я буду ее исходя из ромба. То есть у нас будет вот так свинюшка. Вот, приятного просмотра! Ну что, вот свин наш почти готов, а сейчас нам надо сделать лыжи. Такой брусочек, в общем-то он подходит. Сейчас сделала две лыжи. Задумки я выполнила. Осталось упаковать и подарить. Ну что, пора прощаться. Еще раз хочу вас поздравить с наступающими праздниками. Всем пока!